то, что у нас существуют уже целые конгломераты, целые анклавы иностранцев, чуждых нам по духу, по менталитету людей, которые живут своей жизнью, и туда, ну, местный человек часто даже боится сунуться, это плохо, этого не должно быть. Это все должно быть переделано, переделано. Люди ли должны приезжать на работу, работать и уезжать? Как это было организовано в Сочи во время строительства Олимпиады, я это видел своими глазами, когда после нескольких стычек строителей, которые жили в бараках, обязали после работы из автобуса барак под охрану, комендантский час, никто никуда не выходит, никто нигде не буянит. Все ведут себя тихо, спокойно и не нарушают привычный фон и образ жизни города. Значит, или это так, временно приезжающие люди, трудовые ресурсы, поработали под присмотром и уехали. Яке ж показове зізнання, що мігрантів у Росії використовують як рабів?